Друзья, доброго времени суток. Всех рад приветствовать. Ваше здоровье. Нормалек. Сегодня продолжим тему про линтеры. Поговорим про следующие, про следующую часть. Затронем такие, как GoModGuard, GoPrintFunname, GoSec, GoSmopolitan, Grouper. Вот так. Так, что из себя представляет GoModGuard? Смотрите, еще разберем его детально. Я вот потыкал. По сути, у нас сейчас. Некий линтер, который следит за пакетами, которые определены в GoModе. Вот так. Но вот тут вот как пишется. Вот здесь вот. Давайте переведем. Разрешить и заблокировать список линтеров для прямых зависимостей модуля Go. Это отличается от DeepGuard, где существуют разные типы блоков, например, ограничения версий и рекомендации модулей. Вот, условно, я, допустим, надо такую настроечку добавлять. Настроечку вот GoModGuard. Теперь я явно, допустим, говорю, какие я разрешаю модули, да, допустим, вот у меня, по сути, их немного. Вот, вот так. Но при этом я gRPC заблокировал, то есть я его не разрешаю. И, кстати, по доменам вот так можно еще разрешать. Вот. Но вместо заблокированного, я вот тут заблокировал, то есть условно говорю там, а какой взамен рекомендую использовать. Вот так. И там причину. Ну и все. И если код появляется, то он на него начинает реагировать. Если он в сборке есть. Сейчас вот так сделаем. Вот смотрите, вот он фигурирует здесь. И поэтому поругалась. Если он не фигурирует, то это как бы другое. Все, тут дело в комментариях. Вот так. Вот, вот так. Ну вот, такая возможность блокировать по пакетам. Имеет место быть. Имеет место быть. Но я прям так не загонялся, признаюсь. Вот так. Давайте заблокируем его. Заблокируем его и пойдем дальше. GoPrint FunkName. Так, проверяю, что функция, подобные F, имеет имя с буквой F на конце. Смотрите, если вы используете формат, так сказать, некий вот формат string там и так далее, как обычно говорят, то ваша функция, оказывается, должна тоже заканчиваться на F, вот так, на S хотел сказать. Вот смотрите, имеем MyLog, вот оно, да. Вот тут тоже ключевой сейчас скажу момент. Вот, допустим, printf и наш формат, и какие-то аргументы. И вот почему-то аргументы именно должны быть через интерфейс, а не any, а не тип any, который синоним к интерфейсу, вот так. Только в этом случае он начинает ругаться. Давайте проверим. Вот смотрите, вот оно. GoPrintFunkName. Теперь же поставим сюда any. Не ругается, ругается на другое. Вот так. Какая такая особенность у него? Ехали дальше. Кстати, вызывать, да, как видно, не обязательно. Ну, окей. Окей. Как Тиньков там. Мем Тинькова. Окей. Так, давайте посмотрим дальше. GoSec. Вот это тоже интересная штука. То есть она вообще тема. Тема, но с другой стороны она такая. Прям не позволит. Так, смотрите. Условно мы здесь используем rand математический. А он попросит нас использовать криптографический. Вот так. Это тоже такая, это тонкий момент. Вы можете, допустим, рандом делать, у себя применять этот рандом, но
вас может отдел безопасности это не пропустить. Вот вы сделали все, отправили там на проверку, там тесты прошли туда-сюда, и в конце там отдел безопасности. Вот он будет проверять, там иногда у них автоматически эти проверки есть. И вот они же на безопасность... Не, там, конечно, автоматически все это они проверят. Это для начала. Вот так. Вот. И они могут не пропустить. Вот такое дело. Поэтому надо как-то ухищриться через крипторент сделать генерацию рандомных там данных. Вот видите, вот здесь. Второй пример. Вот смотрите, мы явно делаем insecure, незащищенное, да, там, соединение без сертификата. Вот, вот здесь, видите, TLS, типа, не, пропустить верификацию небезопасная, пропуск верификации, в общем. В общем, небезопасная тема. Вы явно поставили и на это ругаются, вот так. Вот. Тут тоже могут быть холивары. Где-то это надо, где-то не надо, в общем. Такая, в общем, жесткая проверочка. В общем, берем на заметку. Так, Cosmopolitan. Интересное название такое. Cosmopolitan, блин, словно. А смотрите, Cosmopolitan, по сути, это проверка на антипаттерны. Вот так. Какие-то есть, оказывается, I18N, L10N. Это та штука, которая делает, так сказать, некую транслитерацию, многоязычность. То есть ваш код как бы типа на немецком, на разных языках очень может быть. Вот так. Немецкий, вот эти вот, английский и все другие там. Вот. А также это касается локального времени. Вот так. То есть вы, если на серваке как-то явно подменяете время, у сервака свой таймстемп, таймзона там и так далее. При настройках операционной системы вы ведь указываете, какое использует время. Вот так. И откуда еще время подтягивать? При установке Linux, например. Ну и того же даже Mac. Там. А представьте, вы в коде берете и это подменяете. Вот это такой тоже тонкий момент. То есть это еще надо умудриться. Там было дело, я как-то пытался, что я еще пытался умудриться поменять это локальное время. Блин, это еще та проблема. То есть в итоге съелся, лучше вообще этим не заниматься. Вот так. А своих данных, времени хранить таймстемп, ну, в общем, часовую зону. Вот. И в программе надо еще тоже учитывать, что ваш сервак, допустим, там в какой-то стране, и вот это время берется это, вот так. А пользователи с разных стран заходят, и поэтому надо временную зону учитывать ихнюю, чтобы им отображать в ихней временной зоне там какие-то данные. Вот, это еще надо так в программе надо там списать и на это ориентироваться, вот. Ну и все, и вот как раз этот линтер проверяет на вот эти локальные изменения. Давайте посмотрим. Времени, вот допустим, вот в плане времени здесь у меня. Вот смотрите, вот он, Cosmopolitan. Ну вот так, блин, я бы советовал все-таки этим не заниматься, там, время подменять это, блин, ну его нафиг, кринжовое дело. Храните таймстемп, все, и от него отталкивайтесь, вот так. Так, группер. Группер, по сути, надо, знаете, включать в настройках его. Сейчас глянем. Вот, допустим, у него много всяких настроечек есть. Я вот это деконстант пока включил. По умолчанию, видите, он fails, все стоят. Вот, вот, вот это интересная штука. Constant, single constant, grouping true. То есть, видите, некоторые линтеры есть, а они по дефолту как бы выключены. И вот их надо явно включать, оказывается, как видно. Global var там и так далее. То есть то, что вы здесь пропишете, это еще это мало будет. Надо вот так явно включать его. Видите, группер, вот он. Should only use single global constant declaration. Вот, только обнаружено два. Вот так.
Вот, а вот так не находит. Ну, вот такие дела, вот такие линтеры. Всем нам в помощь. Кстати, ребят, знаете что? Хотел спросить. Вам вообще по кайфу было бы, если, допустим, на фоне играла какая-то музыка, допустим, ну такая, знаешь, чиллаут какой-нибудь там. А то вот я, допустим, разговариваю, и мне, честно говоря, сейчас это вообще не до музыки, но вдруг вам типа по кайфу будет так заходить, и этот, ну, мне не жалко, могу там как-то там включать, подбирать. Если что, в комменте напишите там. Вот так. Ну ладно, затягивать ролик не буду. Всем желаю приятного использования этих линтеров, хорошего практического применения. Ну вот так и до новых встреч. Всем пока.